Это вам, камер пожарной безопасности. Да. Ознакомьтесь. Спасибо. Предупредите своих знакомых. Колокольный мост – одно из излюбленных мест челнинцев для отдыха и рыбалки. Многие приходят сюда отдохнуть всей семьей, иногда разжигают мангал и готовят шашлыки. Поэтому сотрудники МЧС выбрали это место одним из первых для проведения рейда. Думаю, что все правильно, и молодцы, что ходят, напоминают, потому что народ, в принципе, думает, что вроде бы не опасно. А на самом деле это все опасно, тем более такая трава сухая. Вот. Я только за. После того, как готовим шашлыки, надо за собой убрать, залить, засыпать, не пользоваться сигаретами в лесу, там на поляне. В период особого противопожарного режима, который продлится в Татарстане до 10 мая, запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву, мусор, а также готовить еду на открытом огне. Сегодня цель сотрудников МЧС не наказать, а объяснить и предупредить жителей о соблюдении требований пожарной безопасности. После 10 мая на дачах, на частном секторе допускается сжигать мусор металлической емкости, исключающего падение искр, на расстоянии не менее 7,5 метра от здания и сооружения. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен в период особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф. И штрафы не маленькие. В этом году они увеличились в 2 раза. Так гражданам придется заплатить до 20 000 рублей, юридическим лицам до 800. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ.